Вот слушайте, одно неловкое, неаккуратное движение. Нет! 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 Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и добро пожаловать во вторую часть Кошмара Тейлза. Первая часть Кошмара Тейлза уже выходила у меня на канале, игра Tales Nightmare, часть первая. Ссылка на нее прямо сейчас в правом верхнем углу в подсказках, но там надо смотреть, чтобы именно на эту игру попасть где-то со второй или третьей минуты. Эта игра выходила дополнительной тогда. А сейчас вот прямо вот, знаете, целое видео посвящу прям, целое видео. Тейлз, ты гордишься собой? Целое видео на канале Декарта, только ради тебя. Только для тебя, Тейлзушка мой хвостатый друг. Ну что ж. Смотрите, давайте начнем. Старт гейм, паспорт, сложность. Можно выбрать сложность. Нормальная. Нет, давайте не будем. Зачем нам это надо? Вот это париться, мозги себе трахать. Легкая уровень. Легкая уровень сложности у нас будет. В общем, старт игра. Старт игра. Понеслась, поехали, погнали. Так. Что-то, Тейлз, ты слишком какой-то, мне кажется, жизнерадостный, я бы сказал. Так, смотрите, какие у нас клавиши. Прыгает он на X, да? И все, больше ничего и нет. В принципе, на X прыгает. Хорошо, пока что кошмара у Тейлза нету, да? То есть пока что все вполне себе весело. Нажимайте X, чтобы прыгать, и держите его, чтобы прыгать выше. Логично. Дальше. Собирайте кольца для своего выживания. Это тоже понятно. Тут все стандартно. Тейлз так... Куда это ты нахрен? Куда это ты попердолил таким образом, прям в воздух, а? Возьми... Я понял, он говорит разгонись, и потом... Куда? Тихо. Каждая комната будет иметь два секретных кода, и одна спрятанная жизнь будет иметься. Когда ты... Ага, просто прыгай. Ну, понятно, да. Просто прыгай и... Подождите. У меня не получается. Он говорит о том, что когда я приземляюсь на эту хрень, я должен зажимать прыжок и как-то выше буду прыгать. Но этого не происходит, ребят. О, во, получилось, наконец-то. Все, теперь сюда. Хорошо, сработало. Смотрите, дальше он говорит, разгоняйся и нажимай вниз, и таким образом спиндэш вот так вот делать. Держи вниз и нажимай прыжок для спиндэш. Вот, тоже хорошо. Нажимай вверх, чтобы пройти в дверь. Окей, вот сейчас, наверное, начнется говно какое-то, да? Я чувствую, дверь мрачная. А нет, пока нормально. Пока нормально мы идем. Так, нажимай вверх, когда ты в воздухе после прыжка, чтобы прыгать. И что еще? Пока прыгаешь, ну понятно. Оп, так, а X это мы вниз, да? Все, я понял. Держи вверх и нажимай вверх, чтобы... Так, сейчас. Хрена себе. Окей. Ай, стой, погоди-ка, гимнаст ты мой хвостатый. Сейчас мы с тобой. Вот так и... И что? А, и вот сюда, правильно? Надо же долететь. Все, долетели, все, красота. Все хорошо получилось. Нажимай вверх, когда ты бежишь на стену, чтобы забежать по стене. Чего, блин? Не-не-не, подождите. Может быть, вот... А, вот это он имеет в виду, да? Прыжками, типа. Я думал забежать по стене, как, блин, в этот... В матрице Киану Ривз там по стенам бегал. Что-то типа того, наверное. Ой. Или где там, в принце Персии какой-нибудь. В матрице бегал Киану Ривз по стенам? Я точно не помню. Да у меня не получается, ну что за хрень? Смотрите, тут надо вот... Как-то умудряться еще стрелочками вовремя все это дело оперировать. Влево-вправо вовремя зажимать. Ой, слушайте, как же долго мы... Давай-ка мы просто вот так взлетим, наверное, да? Так, быстрее... Что это, блин, было? Кто там... Какая сволочь? Что там за кенийский бегун на меня нарвался? Я не понимаю. Так, просыпаемся. А вот и начался кошмар. Да, ребята, если какой-то алкоголик-наркоман в вас врежется, то вот так вот все и закончится. Поэтому видите бегущего алкоголика-наркомана, сворачивайте резко в сторону. Просто-напросто. Смотрите, предлагаю попробовать взлететь туда наверх. Что там? Понятненько. Хорошо, а если вот так вот это все дело организовать? Пу! Пробить. Не получается. Ну, в таком случае... Так, в таком случае открываем... Открываем такую вот дверь, да? Здесь у нас ничего, давай вниз пробовать. Отлично, змея какая-то сраная. Так, стоит. Нам предлагают взять вот эти кольца, но мы этого делать не будем. Так, тихо, стоп. Кольца мы делать не... брать не будем, потому что это риск. Там зеленая какая-то блевотина растекается. Стоп, смотрите, сколько я каких-то кнопок-то понажимал. Возможно, вот здесь открылась, да, открылась дверь. Какая-то из кнопок открыла вот эту дверь. Выходим сюда, например. О, стой, птичка, погоди, погодь, птичка, погодь. О, спасибо. А, ты мудак, ну куда ты убрал-то?
тело-то свое, гусеничное, в конце концов. Да что ж ты делаешь-то? Вот пидрюки. Да сдохни! Не хочет вздыхать, представляете? Так. Подождите, еще раз. Давайте тогда вот просто вот так вот, да, залетим уже. Раз такое дело, ну что вы мне не даете это в конце концов? Ну, так. О, есть! Получилось, наконец-то. Берем сразу кольца. Кольца берем. Теперь сюда. Бум! Отлетели. Отлетели. Хорошо! Ну я же не знал! Блин, мы сейчас так помрем. Слушайте, что-то тяжело. Так, так, так. Сейчас, погодите, погодите еще раз. О, нормально, я замочил. Замочил эту тварь. Поганую! Поганую тварь я замочил. Ой, слушайте, что-то этот жесткий какой-то Nightmare-то. Tales. Tales Nightmare 2. Жесткий, тяжелый. Заново все? Заново все реально, походу. Это типа изи, да? Это я на легком уровне сложности играю. Вау! Обалдеть, ребята. Просто охренительно. Но мы зато теперь можем все не читать, да? И просто по-быстрому, знаете, спетлять, куда нам там надо, да? Вот так, вот так. Давайте сюда. Хорошо, я думаю, справимся. Press up. Сейчас нас тут всему научат еще один разок. Так, хорошо. Стой. Теперь. Не, давай-ка. Вот так. Оп! Хорошо. Отлично. И вот, давай, летим. Пока все нормально, но неудивительно, в общем-то. Ничего сложного сейчас не происходит, поэтому-то все и нормально. А вот как только закрутится, завертится какое-то говно! Блин, я, конечно, извиняюсь, но... Так. Ага. Почти. Ой, есть. Ой, хорошо. И началось. Смотрите, сейчас надо как-то сосредоточиться и очень внимательно все делать, потому что ставки слишком высоки. 3 сраных жизни и те капзец. Все заново. И я не знаю, может быть, в какое-то другое место попробовать попасть, а не там вот прыгать. Кошмары те хреновые вот снятся. Хотя хороших кошмаров, наверное, не бывает, но те какие-то слишком уж хреновые кошмары снятся, чувак. Это прямо дичь. Дичь дикая и лютая. Так, туда не пропустят, да? Вниз, по-моему, да, если я не ошибаюсь? Да, точно. Стоять. Смотрите, раз. Хорошо. Давай. Вверх. Полетели. Вот сюда, все. Пролетели четко. Так, смотрим теперь осторожно. Осторожно. Вот змейка сейчас. Сволочь поганая, а? Ты посмотри. Это как это я так брутально ее так расхреначил? Вот это я молодец. Теперь давай сюда наверх. Стоять. Берем, 3 кольца у нас есть. Можно эту сволочь убить? Нет? Как-нибудь пропеллером завалить, нет? Ладно, хорошо, летим наверх. У нас, кстати, там время какое-то идет. 33, 34, 35, между прочим. Обращаю ваше внимание. Это как бы, между прочим, да, это деталь небольшая такая. Времечко у нас тут капает. Вот я, кстати... Стоп. Сейчас, смотрите, сейчас надо осторожно. Оп. Блин, все время вот на этом говне попадаюсь. Вы посмотрите, а. Да ну я не могу! Я не могу просто мимо пролететь. Его туда его заносит там. О, все, нормально. Так, берем. Смотрите, сейчас это говно пролетает. Мы вот так и... Стоять. Хорошо. Вот сейчас четко вышло. Теперь смотрите. Опа! Нормальные дела! А, куда? Да, слишком много всего в секунду, в единицу времени. Вы что, гоните, что ли? Так, ну, по крайней мере, меня тут сохранило. Это уже не может, конечно, не радовать в каком-то смысле. Сейчас, тихо. Бум! Стоп, затормозили. Здесь вот затормозили. Как? Давайте все движения четко продумаем. Смотрите, вот там вот летает говно, да? Я делаю вот так, потом вот так. Ты лети вверх-то, ты дур... О, боже мой, слушайте. Тяжело! Это реально тяжко. Это реально капздец, ребята. Так, давай как... Кольц. У меня еще одна жизнь, да, судя по всему? Или две, не знаю. Ой, ты мудень. Так, тихо. Стоп, сейчас вот на эти перила, да? Так, летит вот это говно. Там меня что подводит? Меня вот... Чё за хрень вообще? Это как проходить-то? Это какую ловкость рук надо иметь? Я не понимаю. Реально кошмар. Знаете, сам натуральный тейлзовский. Это не тейлз, это Декарт Найтмер. Это Декарт Найтмер, блин, я уже чувствую. Господи. Вот это дикость. А, ты в конце-то концов, я не знаю. Я говорю дикость, но мне очень хочется применить ненормативную лексику сейчас. Меня прям очень тянет на это. Ну ладно, хорошо. Челлендж, блин. Давайте.
постараемся, похардкорим, как говорится. Оба, смотрите. Вот там же вот наверху мы нажали кнопку, да, я покажу сейчас где. И тут вот открылась вот дверь. Отлично. Начинается в комнате один мейс. Что это должно означать, я не понял, честно говоря. Короче, какой-то секрет. Кнопку мы же нажали вот здесь вот наверху, видите, вот тут. И она открыла тот проход, вот эта кнопка, да. А теперь идем, в общем-то, вниз. Вниз спускаемся, вот в эту дверь. Тут нас сохраняет. Так, понеслась дальше, еще разок через все это проходим. Так, смотрите, мне надо научиться, знаете что, что меня подводит? Я все время начинаю летать на клавишу Z, это неправильно, летать надо на клавишу стрелочек. Вот надо привыкнуть к тому, что стрелочки меня подлетят, подкинут меня стрелочки. Когда я к этому привыкну, возможно, играть будет проще. Так, смотрите, 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 вот, вот так, хорошо, стоп, стоп. Давай, 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 наверх, наверх стрелочкой. Вот, хорошо, разбомбили этого пидораса. Теперь еще раз. Еще. Ой, нормально, нормально, нормально получилось. Итак, все, хорошо. А, зашибись, это просто кошмар какой-то. Так, давай, хватай. Хватай вот это. Ни хрена себе. Но уже, уже неплохо, ребята. Уже довольно недурно, смотрите. Так. А, там голова Тейлза. Гляньте, для того, чтобы нам было лучше проходить, нужно собирать собственные оторванные головы. Вот так вот. Это такая интересная игровая условность. Это будет дополнительная жизнь. Но я не знаю, как ее получить. Может, пробомбить как-то? Нет, не получается. Ладно, проходим в дверь. Так, внимательно смотрим, что у нас тут есть. У нас тут присутствует вот такая вот штука наверху. Она нас ранит. Мы к ней не прикасаемся. Летим наверх. Понятно, тут мы далеко сильно не долетим, да? Значит, вариант только отскакивать от стен. Хорошо, как нас учили? Как нас учили в обучении? А ну давай, вылезай. А ну вылезай, падай. Все, молодец. Так, так. Долетим? Долетим, смотрите, даже такие стены. Он преодолел. Ну ты дурила, слушай. Попробуем так взлететь. Получится, нет? А, и так, в принципе, получается. Что? Начиная в комнате 3 шипы. Тут а что вообще они мне говорят? Я не понимаю. Что там начинать надо? Что надо начинать? Насиловать своих супостатов, вот этих всех ублюдских? Соперников этих гребаных? Ну, в общем, шипы говорить. Начинай шипы. Я не знаю, я ничего со словом шипы начинать не хочу, если честно, потому что шипы это плохо, ребята, это... Что я там взял? Ой-ой-ой, стоять, 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 так, давай-ка. Оп, оп, хорошо. Вот так, потихоньку помали, вот пидрюк ссаный. Так, сейчас, подождите. О, нормально, хорошо получилось. Сейчас мы этими пропеллером долбанем этого пидора. Так, давайте-ка еще раз. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И... Отлично! Отлично! Отлично, ребята! Вы сами видели, это была прекрасная серия полетов. Ой-ой-ой-ой. Так-так-так. Чё? И чё, блин? Стой, стой. Куда? Куда вы мне предлагаете? Сейчас. Пролетаем. Пролетели. Вошли в дверь. Так, неплохо. Смотрите. Видите, как прям развиваются события. Насколько у меня лучше все уже выходит. Сейчас вот этот мудак подойдет и получит у меня по щам. Раз и... Раз и что-то не очень, да? Ну-ка еще раз. Бум! Вот и все, понимаете? Вот и какаху свою, пожалуйста, можешь сколько угодно теперь выплескивать там из себя. Секундочку. Я хочу все-таки посмотреть, что там наверху, да? Поэтому давайте-ка мы не будем сильно спешить. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это выглядит как-то слишком... Слишком это все... опасно. Так. О, черт. Слушайте, я не знаю, ребят, все такое рискованное какое-то. Не понимаешь, куда прыгать-то, собственно. Ну вот сюда предлагают. Ой! Мамоньки мои. Еще непонятно. Кольца взяли. Хорошо, кольца взяли. Кольца штука полезная. Так, все. Получ. О, гляньте, следующая дверь. Ни хрена себе, у тебя кошмар все-таки. У тебя кошмар какой-то лабиринтного типа. Это плохой кошмар, чувак. Давай пусть тебе такие кошмары сниться больше не будут, а? Пусть тебе будут сниться кошмары, где, блин... Стоп, это что, эта фигня сейчас упадет, и мне от нее бегать, как во вторых и в первых Флинстоунах, или что? Не, в частности, во вторых, в первых, по-моему, такого не было. В первых Флинстоунах на Дэнди только лава под тобой поднималась. Ладно, короче. Наверное, так и... Да, ребят, так... Так, так и есть, только я в итоге, блин, сварился в этой зеленой блевотине. Ой, дурак, блин, вот дурак в конце концов. Так, давайте-ка, наверное, так, бежим. Ну-ка, ну как, ну почему ты, блин?
О боже, боже, боже мой, ребят. Как же это грустно-то, а? А, подождите. Слушайте, а до меня дошло. Это пароль? Spikes. Или Maze, давайте наберем. Maze. О, cheat activated. Подождите, а теперь Spike. Spike. Так. Cheat activated. Start from room 3! Нифига себе! Так это пароль был! Вот что, до меня дошло. Я, понимаете, я увидел слово password и понял. Вот оно в чем дело. Давай мне... Ой, какая красота! Слушайте, сначала не надо начинать, ребят. Так, ну, мне уже, понимаете, мне уже насрать. То есть, да, мы просрали сейчас очень глупо, но меня это не интересует, потому что, ребята, вот такая вот красота. Я читер величайший, понимаете? Величайший читер всех времен. Давай, вот так вот подлетели, подлетели, подлетели. Оп! 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 Хорошо, понимаешь? Хорошо как. Ноль колец! Ноль колец! А это значит нам кабздец. Так, что-то вот здесь вот совсем грустно выходит. Подождите. Я уже, знаете, можно сказать, покончил с собой, потому что это не дело. Давайте вот начнем с тремя жизнями прям нормально, четко начнем. Tales 2 Nightmare. Да-да-да-да-да. Давай. Stargame, Stargame. Я надеюсь, мне не надо будет по новой. Не надо. Хорошо. Теперь потихоньку, осторожно делаем все, что нужно сделать. Ох уж, Тейлс, ну и сны тебе снятся-то в конце концов. Ты, я не знаю, пей перед сном валерьяночку, что-нибудь успокоительное, а то это говно какое-то. Как так жить-то можно, объясни мне. Так, смотрите. Вот так, 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 стоп, стоп. Оп-оп, блин, да ты можешь его пропеллером своим расхреначить, этого пидора? В конце-то концов, эту змею наглющую, поганую, которая морду свою вытягивает, вот это все, вытягивать свою рожу, блин. Так, отлично. Хорошо, смотрите, пока что, в принципе, я могу сказать, что... О, замочили. Пока что я могу сказать, что все удачно, в принципе, проходит достаточно. Пароль мы выяснили, это приятно. Это приятно, что мы выяснили пароль. Также мы можем, в принципе, выяснить, наверное, пароли к последующим каким-то левелам. Ой. Ой, блин, он меня убил! Да чтоб тебя! Так, где я стартанул? Вот здесь, да? Стоять, стоять, стоять. О, хорошо. Вот это хорошо получилось. У меня одно кольцо. Всего одно, ребят. Всего одно, и надо быть очень аккуратненьким. Очень аккуратненько надо все делать. А, куда дальше? Вот куда? О, отлично. 11. Так, хорошо, давай вниз. Опа. Есть, красота. Вот сейчас я, по-моему... По-моему, сейчас я окажусь, да, вот там, где камень идут. Смотрите. Во, пролетел четко, четко, четко. А что, камень до сих пор за мной, что ли, бежит? Ух ты, блин. Да, наверное, да. Да, так и есть! Гребаный ссаный камень. Вы представляете себе? Как-то обидно немножко даже получать. Так, сейчас, сейчас. Но я был прав. Я был прав. Действительно, он за тобой бежит. Это плохо нас. Фу, слушайте, что-то... что-то вообще тяжело прям. Тяжко прям. Прям хардкор. Я даже не знаю. Может забить болт на это? Не-не-не, надо. Надо. Надо постараться. Ну-ка, попробую теперь. Так, смотрите, вообще. Не тормозим абсолютно. Давай-давай-давай. Беги-беги, чувак. И что? А, надо было на ту, блин, срань встать. И вылететь вверх. И тогда я бы спасся, наверное, уже окончательно, да? Так, ну хорошо, смотрите, пробуем еще разок. Еще разок, пробуем. Бах-бах-бах-бах-бах, трах-бах-бах. Так, хорошо, 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 тихо, стой. Давай, прыгай, прыгай, есть! Вот теперь я, наверное, жив и здоров буду, да? Теперь все, наверное, хорошо. Так, все, от камня сбежал. Фу, отлично, ребят, конечно. Но, блин, стремота какая дикая просто. Ой. И что? И что дальше, блин, куда? А, ну вот сюда, да? Хорошо, окей, сюда, так сюда. Давайте вперед, 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 летим, летим, летим. Смотрите, можно либо вниз, либо вверх. Ну давайте попробуем вверх. Что-то кроме колец будет? Ну, предлагают еще как? Вот так, наверное, сделать, да? То есть... Нет, это тоже что-то недалеко особо. Ну ладно, тогда мы здесь пока... Отсюда мы пока отойдем, да? О! Пустите! Замуровали демоны. Ладно, хорошо, пусть так. Предлагаю вот, вот... А, вот, собственно, меня и развернули. К двери, да? К двери меня развернули. Что это? Где я теперь? Стоять, стоять. Ай-яй-яй-яй-яй. Нажал на кнопку. Зашибись, я молодец, я нажал на какую-то кнопку. Чё-то где-то открыл, наверное, да? Так, 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 ага. Ну, тут понятно. Здесь опять отталкиваться от стен, потому что хвостики у него не настолько рабочие. Ой, так, тихо, чтоб так высоко подлетать. Это ж... Я считаю, не как там Вавилонская башня сраная, блин.
задумано-то, чтобы на нее взлетать, правильно, хвостиками? Хвостики-то нежные у Тейлза. Он же не будет прям вот, знаете, как в космос, блин, лететь на них. Поэтому, да. Поэтому отскакиваем от стен, поэтому потихоньку аккуратно... Ай, ну чё ты туда полетел? Ну чё ты тут... Вот слушайте, одно неловкое, неаккуратное движение... Нет! 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 Так, где я там сдох последний раз? Вот здесь, по-моему, да? Поэтому продолжаем. По-моему, где-то здесь. Где-то здесь я помер, наверное. Ой, стоять. Говно мне мешает какое-то. Так, о! Нажали на кнопочку. Шикарно. Шикарно. На кнопочку нажали. Так, отошли. Сюда. Вот это вот я был здесь, не был, не уверен, честно говоря. Ладно, короче, еще раз давайте. Оп, все, хорошо, запрыгнули. Сюда запрыгнули, сюда запрыгнули. Вот это, по-моему... А, вот тут я был, да, вот это я помню. Вот этот момент я помню. Так, а что ж меня убило-то? Я зашел вот в эту дверь. А здесь, получается... А здесь я случайно, наверное... Вот здесь вот сорвался, да, и упал там в болевотину, в эту ссану, в говно это обдристен. Так, ну давайте вот, долетаем. Все, хорошо, пока, да? Что там наверху? Ой, тихо. Сбрасывают этот... Бомбардировочка, террористы летают, бомбы сбрасывают. Какая эко-невидаль. Какие сволочи такие, да? Так, давай, бум. Все, хорошо, подбили. Подбили скотину. Так, осторожно, аккуратно. О, фак. Щит, гаддэмэд, твою мать. Черт возьми. Аж заматерился на иностранном языке. Так, ну, хорошо, мне предлагают что, куда? Обратно возвращаться как-то? Вот так вот, да? Хорошо, пробуем. Starting room. Drain! Drain, ребята! Так, Drain. Надо запомнить это слово, блин, это пароль вот к этой вот комнате. Drain, все. Теперь главное не за... Drain. Я буду это повторять 1000 раз, чтобы не вылетело из головы. Drain. Засуха, по-моему, дрейн, или что? Как это там переводится? Я не уверен, если честно. О, смотрите, еще раз какая-то срань. Так, что тут? О, нифига себе, я неуязвимый, какая красота. Что мне делать с этим? Мне куда идти вообще надо? Я просто... Я понимаю, что я неуязвимый, меня это очень радует, но я абсолютно не понимаю, куда я должен направляться. Дрейн. Мы запоминаем, мы не забываем. За что дрейн? Что дрейн? Это очень важно. А что он его не убил? Я хотел, чтобы он его убил этой сранью. Может быть, кстати, надо прыгать там вниз. Вот смотрите, тут видите, вниз. Ай! Дрейн, ребята! Самый что ни на есть настоящий дрейн. Это надо не... Ну, вы знаете, походу, ребята... Ладно, пока я не буду дрейн вводить, потому что мы вот здесь... Мы здесь-то и стартанем. Просто больше жизни будет. Но тем не менее... Ой, стоять. Убили свинью. Да что ж ты будешь делать? Да сдохни ты, пожалуйста, уже. Говна ты, кусок обдристый. Давай. О! Дрейн! Дрейн, ребят. Так, давай, гейм овер. Сейчас я введу пароль. Смотрите, там, короче, надо было прыгать вниз. Это точно, да? Насколько я понял. Я уже забыл даже, на каком моменте я там сдохнуть умудрился. Во. Ок, все, давай, cheat activated, back, start game, понеслась. Сейчас начнем, вот, я хочу начать отсюда же, вот, правильно, смотри, вот уже процесс будет более-менее приближенный, знаете, к чему-то адекватному. Мне предлагают он взять, конечно, ботиночки, но я, блин, не дурак так рисковать, нафиг оно мне надо. Без ботиночек обойдемся, так, смотрите, вот здесь вот, оп, хорошо, перефигачили пропеллером. Главное удачно хвостом повернуться, понимаете, удачно повернуться, и, наверное, Тейлз там еще газанул им хорошо, прям вхлебал, от этого они сдохли. Возможно, это тоже причина частично. Подождите, неправильно совершенно. Где здесь вот эта вот путевочка вниз? Вот вниз, да? О, хорошо, все, шикарно. Так, следующая комната, там тоже, наверное, какой-то пароль будет, да? Но это мы, может, найдем, может, не найдем, это я уже не знаю. Ну ничего, если даже дрейна мне хватит надолго, в принципе. Стоп, погодите. Давай-ка вот так. Вот так, ой-ой-ой, тихо. О, гляньте, башка там, а как спуститься-то? А вниз хрен спустишься, да? Смотрите, ну-ка, сейчас, что там такое? Что-то вот второе место такое. Уже было такое место, одно я находил. Тоже долететь совершенно нереально. Но поддразнивает. Что-то манит, что-то демонстрирует нам какие-то красоты. А долететь невозможно, представляете? Так, давай, ой, осторожно, аккуратно. У меня 0 колец, ребята, 0 колец у меня. Вот откуда я знаю, куда мне надо прыгать? Блин, вот я же об этом говорю, мне же не видно. Мне же не видно. Так, еще раз, смотрите, понеслась. Все, 3 кольца взял. Уже не такой немощный буду, наверное. Надеюсь на это. Хотелось бы не таким быть немощным. Так, тихо, сюда давай. Ой, отлично.
Великий, блин, скейтбордист, мать. Так, давай, ой, ой, хорошо. Так, что там, что там? Вот сюда вот, по-моему, надо, да? Ага, ага, смотрите, смотрите, смотрите. Все, нормально, четко, четко получилось. Четко вышло. Так, теперь вот здесь летим. Летим, стой, 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 стой. Хорошо, хорошо. Новая комната. Отлично, хорошо. А сколько их всего, я не понимаю. Это игра на сколько серий вообще? Может быть, я зря тут так из кожи вон лезу, это за одну серию не пройдешь просто. Прошлый кошмар, я про... Снова Тейлз Долл! Ну ладно, 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 давай по морде ему дадим, да? В этом же суть. Или в чем? Так, вот я ему, по-моему, я ему впендюрил. На пропеллером по хлебалу. Так, еще. А сам он как-то атаковать будет, нет? Или что? Я что-то не понимаю, ребята. Это конечно, жуткий, жуткий, страшный Тейлз Долл, но... О, зашибись, зашибись. Пищит это помехами, пидоросня такая. Так, 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 стой. Да что происходит, блин, как его убить-то? На! Да он сдохни ты! Может никак? Может надо просто уворачиваться? Я что-то не понял. Вообще не понял, если честно. Так, ну вот мне дали, побольше колец дали. Прям конкретно, да? Так, хорошо. И опять он, да? Так, смотрим. Внимательно. Вот он летает вокруг меня. Он сейчас меня вроде как никак не повреждает. То есть я просто должен, да, я должен вот так вот сделать, как можно больше раз по нему попасть. Вот так вот раз. Сейчас он опять помехи пойдут. Все, помехи опять пошли. Правильно? Теперь смотрите. Понеслась. Берем вот эти кольца. Это все тоже нам важно. А сейчас надо как-то от него уклоняться, наверное. Какая у него траектория? Вот так вот он делает, да? Вот так вот он летает, хорошо. Когда его можно бить? Когда вас можно бить, мистер Тейлз Долл? Когда уже, наконец-таки? В конце-то концов можно на вашу рожу опустить свою длань карающую. Ну, это не получается ни черта. Может быть, надо, чтобы он в шипы влез? Ну, сейчас, сейчас, смотрите. Оп! О, точно так оно и есть, смотрите. Надо, чтобы этот мудак в шипы попался. Так это мы сейчас легко тебе... обустроим, смотри, давай, опа, и жопой прям туда давай, вот прям своей сракой сюда в шипы, ой, хорошо, какой молодец, как хорошо ты прям, как ты прям хорошо влетел, давайте, оп, еще разок, вот правильно, замечательно, давай, это полезно для здоровья, очком сажаться прям вот на такие вещи для тебя, по крайней мере, для меня, конечно, нет, потому что я нормальный, адекватный человек, но ты же у нас Тейлз Долл, правильно, вот давай, давай, вот лети туда, ой, сейчас, 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 смотрите, еще раз, оп, 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 оп. Их вот так вот его сракой прямо посадили. Тебя на бутылку сажают, понимаешь? Тебя попускают. Тейлз тебя попускает, чувак. Ты это, возрадуйся. О, хорошо, хорошо, дали, дали еще кольца. Еще кольца дали. Так, что дальше? Что? Тихо, тихо, стоп, стоп, стоп. Оу! Ни хрена себе. Короче, ай-яй-яй-яй. Хватит, 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 хватит. Тейлз, дол, хватит. Хватит, я тебя прошу. А как мне его убивать, бомбить его всякие? Вот он появляется, да? То есть я должен его в этот момент врезать, что ли? Так он же на микросекунду там является, в конце концов. Черт, а? О! Ужас! Ой, жуть какая. Мне еще кольца нужны. Это вообще не дело. Но я думаю, ему надо один раз врезать вот в этот момент, скорее всего. Я не ус... Я же, блин, ну как раз же... Не, ну вы... Не, ну вы представляете, игра окончена. Ох же ж... Вот же мудак, так, хорошо. Я тут кое-что погуглил. Во-первых, я сейчас сдохну, потому что нам нет смысла начинать в этой комнате. Я погуглил чит-код для комнаты с боссом. Doom, ребята. Нужно ввести вот сюда вот Doom. И тогда, ребят, мы с вами... Давай-ка, password. Doom. И мы с вами попадаем. Давай, окей, замечательно. Back. Вуаля. Теперь-то можно наконец-то... Ну, вуаля, я сказал немножко рано, но вы сами видите, вуаля, да, то есть экран загрузился, и я оказался прав. Короче, вот он, Тейлз Долушка наш. Теперь можно начинать его... Ты что, что будешь делать, начинать его? Это что такое? Он не должен так рано нападать. В чем прикол вообще? Ого, слушайте. То есть, если его не успеть вот сейчас вот долбануть, да, то... Так, так, так. Почему он так рано нападает, блин? Ты охренел, что ли, совсем? Мудак! Я не понял, что за поведение? На! На, тварь! На, сдохни! Нет, слушайте, подождите, этот босс какой-то он... Почему? Такого не было! Это из-за чит-кода, что ли? Из-за того, что я Doom ввел? Он теперь стал жестче?
Или как? Он же раньше не был у него такой огромный хари на весь экран, который прям пытается с тобой столкнуться, соприкоснуться. Так, ну давай, вот он еще. Ух, хорошо как! Вы видели, что получилось? А я прям несколько раз потоптался. Так, давай, давай, стоп, 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 сейчас. На шипы, да? Мы понимаем, что его надо толкнуть на шипы. Все, мы уже знаем. Мы уже не будем зря терять время. Все, раз толкнули. Хорошо, теперь смотрите. Теперь вот сюда. Тоже попали. Попали четко, четко. Ай-яй-яй, вот это я уже сам, конечно. Это я уже сам попался на них. Есть, я мастерский. Я прям пригнулся просто, как это. Вот это круто было, да. Я пригнулся, а он не пригнулся, понимаете? Он не пригнулся, и на шипы, мудак, наткнулся. Вот, хорошо, еще разок, так, давай. А вот теперь смотрим, я вот не понял, честно говоря, что сейчас. Раз, так, два, так, хорошо, отклонились, Вот он стреляет, да. Потом, раз, два, три, так, четыре, ага. Опять стреляет. Я как-то должен успеть в этот момент его стукнуть, или я должен переждать большое количество вот таких вот волн, типа... Не знаю, ребят. Вот здесь буду стоять, ждать. Вот он тут, наверное, появится где-то, да? Вот в этом месте. Смотрим, смотрим. Не, ни хрена. Он появляется всегда немножко подаль. Есть одна... Есть одна, короче, фишка, как можно... Так, так, так. Оп! А, немножко я не успел. Надо очень высоко прыгать, потому что он, видите, он довольно невысоко вот эту вот горизонтальную полоску говна вот посылает на тебя. Вот так вот, раз и... Есть! Я его стукнул! Так, я его стукнул. Кажется, получилось. Ну, во всяком случае, правда, шипение экрана не было вот это. А, блин! На! Все, еще один удар. Еще один удар нанесли. Так, смотрим сейчас внимательно, где появляется это говно. Еще удар. А ему вообще, как-то ему, может, это ему очень приятно, то есть... Может, он как... Чего ты расслабился, Тейлз, блин? Ты видишь, как говно происходит? Смотрит он на меня. Я говорю, может быть, ему это легкий расслабляющий массаж, блин, простаты, мать его. Какого хрена он не повреждается? Я не понимаю. Мы его все-таки повреждаем, смотрите, нет. Ему это не очень приятно было. Так. Черт, что-то сейчас будет. Колокола что-то бить начали сурово. Так. Бум-бум, слышите это? Слышаю, Фух, это так и надо, ребята, это так и надо, наверное. Все, кошмар, да? А че, кто на тебя бежал-то? Эй, Тейлз, ты в порядке, приятель? Охренеть, Соник, так этот наркоман это был ты, что ли? Пробел, чтобы продолжить. Нормально, Соник, просто плохой сон приснился. А, окей, чё это ты тут валялся-то в траве? Я не знаю. Давай свалим отсюда, пока что-то еще не произошло. Ну, ладненько. А что сейчас происходит? А... Да-да. Я вас внимательно слушаю. Ой, ребята, бегите! Ой, бегите, ребята, какое говно сейчас проснется! Ух! Ой, вам не понравится. Tales Nightmare 2. Используйте вверх-вниз, чтобы скроллить кредиты быстрее. Фу, боже, 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 боже. Я это сделал, охренеть. 44 минуты идет запись, ребята. Вот это дичь, а. Я думал, как-то побыстрее управимся, но ладно. Ну ладно, куда деваться. Такая вот игра. Было интересно, было интересно. Правда, если бы я пароль бы к боссу бы... Хотя, что, если бы я пароль к боссу бы даже не нашел, я бы еще раз до него дошел и все бы прошел, как и сейчас. То есть, я фактически у меня сразу и получилось. Ну, было бы немножко, правда, больше гемора. Два уровня, две комнаты или три перепроходить. Ну вот, справились, слава богу, ребята, получилось. Это прекрасно. Кошмары все рассеялись, закончились. Но только какая-то непонятная сатанинская подлюка теперь появилась у них во вселенной, в их сониковской. С чем их и поздравляю просто от чистого сердца. Удачи вам, ребята, разрулить эту проблему, а мы заканчиваем на этом. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.